Вместе мы сила – знаменательное событие, позволяющее объединить знания экспертов нижегородских вузов в одно большое дело, состоялось в Приволжском исследовательском медицинском университете. ПИМУ, Высшая школа экономики, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Лингвистический университет и Педагогический университет имени Козьмы Минина. Впервые 5 нижегородских вузов подписали соглашение о создании единой межвузовской лаборатории нейрофизиологии и когнитивных исследований по изучению особенностей ментального здоровья детей и взрослых. Исследования, проводимые в лаборатории, будут направлены на получение новых данных для разработки методик выявления, профилактики и коррекции особенностей ментального здоровья.